вот мы вернулись на главную страницу нашего курса. И далее перейдем к книге и статьи по темам курса. Для того, чтобы скачать одну из этих книг, мы с вами нажимаем на ссылку. И видим следующее окно. В моем случае окно открылось именно таким. У вас могут быть другие браузеры, поэтому окна могут быть выглядеть по-другому. В любом случае смысл один и тот же. Мы нажимаем кнопку ОК и соглашаемся, чтобы нам скачать эту книгу. Все, книгу мы с вами скачали. Далее нам необходимо вернуться на главную страницу курса.